Развалившийся прицеп легкового автомобиля спровоцировал столкновение четырех машин на Тюменском тракте в окрестностях Екатеринбурга. Сорвало крышу у кого-то. Фургон отвалился. И в пятнашку прилетел. Аж три поста ГИБДД. Ох ты, вон они. Вот они, ребята, такие все. Давай. Пятнарики. Еще там что-то. Рено. Хорошо, пошли. Как рассказали ТАУ в управлении ГИБДД по Свердловской области, массовая авария произошла сегодня в четверть девятого часа утра на 27-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень в районе поворота к селу Косулино. Китайский внедорожник Great Wall двигался в направлении Тюмени, буксируя прицеп заводского изготовления, но с самодельной будкой. В какой-то момент, подпрыгнув на стыке моста через реку Бобровка, этот самодельный навес вылетел из прицепа и упал на проезжую часть. Пытаясь уйти от столкновения с ним, водитель, ехавший за китайцем «Лада» 15-й модели, резко отвернул из левой полосы в правую и ударил в корму «Дэо Нексио». Потеряв управление, оба автомобиля сталкиваются еще с двумя «Рено Логан» и «Ниссан Тирана» и врезаются в отбойник разделительной полосы. В итоге самые серьезные повреждения получила именно «Дэо Нексио», а две ее пассажирки на скорой были доставлены в 36-ю Екатеринбургскую травматологическую больницу. Машина виновника ДТП Great Wall в столкновении не участвовала и не пострадала. Судя по тому, что помимо ГАИ на место происшествия прибыла оперативная машина дорожной службы, владелец прицепа предъявил претензии к качеству дорожного полотна, из-за которого отвалилась будка.